Под снос. В Саратове продолжают бороться со стихийными рынками и незаконно возведенными строениями. Таким относятся и торговые объекты, расположенные на привокзальной площади города. Здесь начали демонтировать торговый павильон. У владельца помещения закончился договор аренды земли, который городская администрация отказалась продлевать. Хозяин должен был самостоятельно снести строение, но не сделал этого. В феврале текущего года прокуратура Кировского района подала иск в суд с требованием освободить территорию общего пользования, ведь магазин занимал большую часть тротуара и мешал пешеходам. Суд просьбу удовлетворил и постановил в 5-дневный срок демонтировать незаконное строение. Освобожденная территория будет приведена в порядок и благоустроена. Юридические службы города ведут серьезную работу для того, чтобы восстановить нарушенные права саратовцев на достойные места для отдыха и зоны общего пользования. Все такие зоны должны быть благоустроены и открыты для всех горожан. И ответственные предприниматели идут навстречу городской власти в этом вопросе. Ну а если нет, мы оставляем за собой право искать решение в рамках действующего законодательства. Напомню, это не первая незаконная постройка, которую убрали с привокзальной площади. За последние 5 лет городская администрация совместно со службой судебных приставов демонтировала порядка 10 самовольных торговых объектов. Всего же за время кампании снесены сотни незаконных построек. На их месте организованы зеленые зоны, тротуары и места для стоянок. Работы по освобождению территории города от незаконных построек будут продолжены.